Ученые университета Периар обнаружили гнездовье динозавров с 20 окаменевшими яйцами в районе бассейна реки Кавери. Мы нашли останки 20 яиц, возраст которых 65 миллионов лет. Мы пришли к мнению, что это яйца динозавров. Позже фотографии этих яиц были представлены в научно-исследовательский центр в Индии и доктору Кельмеру в Международный центр изучения динозавров. Мы получили от этих исследовательских центров подробное описание, подтверждающее, что это яйца динозавра. Ученые считают, что динозавры приходили сюда издалека, чтобы откладывать яйца в песок на берегу рек. Палеонтологи зарегистрировали гнездовье динозавра площадью около 1 квадратного километра. Они говорят, что это самое большое гнездовье с таким крупным количеством яиц, когда-либо обнаруженное в Индии.